Здравствуйте, меня зовут Альберт Устян, я основатель сети кофеен Black Sea. В один из периодов поиска деятельности меня пригласили как партнера-инвестора в этот проект. Сначала идея была связана с фастфудом, но я предложил идею кофейни, которую мы и реализовали. Я не являюсь кофеманом, и выбор ниши был сделан на основе популярности и растущего спроса на кофе. История началась с первой точки, рядом с вузом, где мы учились с партнерами. При поиске названия кофейни ориентировались на то, чтобы оно не склонялось и не было привязки к кофе. И отсюда появилось многозначное и звучное название Black Sea. Мы всегда радуем гостей уютной атмосферой, вкусным кофе, широким и полезным ассортиментом. В нашей команде работают молодые, приятные бариста, которые поднимают настроение. На сегодняшний день в Сочи функционируют 4 наших кофейни, каждая из которых уникальна по своей концепции. После открытия второй кофейни Альберт понял, что необходимо оцифровать свой бизнес и внедрить систему лояльности. Для работы с клиентской базой, сбор обратной связи, удержание клиентов очень подошло комплексное решение UDS Business. За время работы было выдано 5574 электронной бонусной карты. Из них 90% совершили покупку хотя бы раз. Фактически установили приложение почти 3000 человек. Это говорит об их вовлеченности. Благодаря системе поощрения в UDS удалось вовлечь клиентов в бонусную игру с возможностью повышения статусов и получения дополнительных баллов. А также благодаря реферальной программе привлечь новых клиентов. Фактическая скидка за 18 месяцев составляет 5%, что в 2 раза меньше, если была прямая скидка. Здесь экономия около 500 тысяч рублей. Еще одним рычагом увеличения выручки стало повышение среднего чека за счет дополнительных продаж. Для сравнения, средний чек за первый месяц составил 160 рублей, а за все время 186. Это дополнительно принесло 1 миллион 750 тысяч рублей, а за крайний месяц 252 рубля. Нетрудно посчитать, какой тут потенциал, учитывая, что за один год было проведено более 50 тысяч операций. Глубокая аналитика в UDS показала правильность выбранной стратегии. Мы увидели, что вовлеченных клиентов, использующих систему лояльности, средний чек равен 190 рублей и возвратность 29%. А неувовлеченных клиентов, средний чек 178 рублей и 13% возвратность. А еще вовлеченные клиенты чаще оставляют обратную связь. При масштабировании Black Sea активно использовали пуш-уведомления для оповещения наших гостей о новых кофейнях. Эти действия перенаправили потоки клиентов из старых локаций в новые. Статистика показала, их доля 3-4%, что является хорошим результатом. Цель 50%. Это ускоряет выход на операционную прибыль каждой новой точки, что соответствует долгосрочным и амбициозным планом Black Sea. Благодаря UDS мы смогли существенно оптимизировать расходы компании на рекламу и управлять клиентской лояльностью. Это позволило создать пул постоянных клиентов, которые генерируют основную прибыль при масштабировании. Вместе с экосистемой UDS за полтора года, когда многие закрывали свои бизнесы, мы прошли путь от 2 до 4 кофеен. Глубокая статистика, аналитика и по клиентам, и по сотрудникам позволяют принимать верные управленческие решения. Именно поэтому я рекомендую всем предпринимателям систему UDS.